У нас есть еще один проект, система ночного вождения «Сова». То есть эта «Сова», она предназначена была именно изначально, то есть их много таких систем, но вот эту и конкретно проектировали для длинномеров, то есть для больших машин, то есть у нас есть зенитно-ракетные комплексы, у нас есть ураганы, у нас есть еще какие-то системы, которые нуждаются в скрытном перемещении ночью. Вот. И, собственно, требования к ним немного не такие, как, скажем так, к системе ночного вождения на легком автомобиле. Поэтому там, ну, две камеры, там подсветка, ну, там есть свои тонкости.